Вот такие красивые въезды в городской округ Химки. Это сделали в 2016 году. Граница новых и старых Химок в сторону улицы Маяковского, старые Химки. Противоположный юбилейный проспект, новые Химки. Мост – это Калининградское шоссе, трасса М-10. Такая развязка. Также еще украсили ко дню города. Будет он в сентябре. Пока пишут по-разному. Либо 7-8, либо 14-15. Выходные сентября. Химкам 80 лет. Это юбилейный год для Химок. Я про это уже говорил. И сейчас вот будут мероприятия. Практически все улицы в Химках уже украсили флагами. Дорожное покрытие меняют. Совсем недавно здесь была плитка. Теперь все закатали в асфальт. Может быть, это прослужит дольше. Потому что то, что делали до этого, было всего 3 года. И уже в убитом состоянии пришлось опять менять. Разделительное имеется в виде отбойника. Частично на юбилейном проспекте и на улице Маяковского. Такие украшения, такие стелы можно встретить во многих местах, в парках городского округа Химки. Это все украсили. Все равно жизнь в городе меняется каждый год к лучшему. Каждый год условия жизни улучшаются, все ремонтируют, становится больше мест для отдыха. Население городского округа Химки с каждым годом растет. В общем, лето 2019 года заканчивается. Сегодня последний день. И я установил очередной рекорд. Вот зимой было 50 видео, весной 56. Итак, внимание, новый рекорд лета 2019 года. 60 видео! Ура! Да, видео больше с каждым сезоном. Чем больше, тем лучше. Конечно, жизнь в Москве, в других городах России меняется. Это хорошо. Чем больше изменений, тем больше видео. Мой канал о том, как меняется Москва и другие города России. Ну, будут возможности еще в другие страны мира. Что интересного? Интересные места, разные красивые места для отдыха. Интересные моменты и многое другое